Привет всем первокурсникам Севастопольского государственного университета. Меня зовут Лешова Аня, и я студентка 4-го курса Института финансов, экономики и управления. Сегодня начался мой последний учебный год по программе бакалавриата, но 4 года назад я так же, как и вы, впервые переступила порог нашего университета. Тогда каждый мой шаг казался большой неизвестностью, но сейчас, когда каждый уголок для меня знакомый и родной, я понимаю, что именно Севастопольский государственный университет дал мне возможность быть тем, кем я являюсь сейчас – председателем Объединенного совета обучающихся СевГУ. Наш совет – это полноценная структура, которая представляет интересы студентов в университете. Мы организовываем мероприятия, участвуем в форумах и различных конференциях, организовываем различные мероприятия и представляем наш университет на всероссийских и городских мероприятиях. УСО — это огромная семья, где каждый студент может реализовать себя в разных областях. Всех нас объединяет одно — желание сделать наш университет и нашу студенческую жизнь лучше. Попасть в нашу семью нетрудно, ведь в каждом институте есть подразделение ОСО, которые с радостью возьмут вас в нашу команду. А если вы, дорогие первокурсники, инициативны, активны и готовы к новым свершениям, то мы, ОСО и Енот Сева, ждем вас. Удачного вам учебного года, и пусть все двери будут для вас открыты.